Друзья, всем привет! А вот и наш чудик Том! Давайте этого замухрышку отведем в туалет. А Том без нас ничего самостоятельно сделать не может. Вот так вот и приходится ему стоять и ждать, когда же мы к нему заглянем. Так что нужно почаще проведывать виртуальных питомцев. О, а давайте мы нашему Тому устроим сегодня курортный день. Будет принимать приятные спа-процедуры, вот как сейчас, купаться в шоколадной ванне с пеной. А еще сегодня наш Том будет пить вкусные коктейли, загорать на пляже и летать в путешествия. Ну вот, наш дружище стал чистым и пушистым. Только вот какой-то он грустный. А, ну все понятно. Наверное, это он просто проголодался. А когда он голодный, у него нет никакого настроения и ни о чем другом, как о еде, он думать не может. Ну что, Том, Супер Адам придумал для тебя очень интересный смузи из замороженного льда и клубнички. Как раз то, чего не хватает в очень жаркий день. Кстати, друзья, напишите, как у вас обстоят дела с погодой. О, нет, коктейль был классный, но эффект от него никудышний. Придется нашего Томика еще чем-нибудь угостить. Саша Ангельцева придумала рецепт для смузи из мороженого и винограда. Ну что, Том, готовься к бомбардировке. Ведь после винограда нашего Тома очень пучит. Сейчас он это всем продемонстрирует. А ну-ка, Том, пукни, так что все услышали. О да, это было очень громко. Ну а сейчас мы приготовим следующий коктейльчик от Юдиной Вероники из банана и кусочка сыра. А ну, дружище, отведай чудо-коктейль. Потрясающе! Очень вкусно! Ну а чтобы наш Том не выглядел таким замученным и уставшим, мы ему дали волшебное зелье бодрости. Теперь наш котик бодрый и активный. И с огромным удовольствием продолжит свои кулинарные эксперименты. Давайте приготовим Тому умопомрачительный напиток от Каролиночки Майсюк. Возьмем киви и апельсинку. Ммм, какой получился чудесный звездный напиток. Ух ты, да от этого напитка наш Том почувствовал себя суперкотом и получил огромный прилив сил. И он не против еще что-нибудь съесть. И раз уж так сложилось, что у нашего Тома сегодня курортный выходной день, приготовим ему еще один смузи от Вики Флест из банана и желе. Вкус просто потрясающий, даже нет слов. Один лишь только фейерверк. Приготовим Тому еще одну вкусняшку от Насти Сёминой. Возьмем арбуз и бананчик. Эу, похоже, какая-то непоняточка. Наверное, Том слопал все арбузы. Ну ты, Том, не грусти, сейчас мы быстренько сбегаем за ними в магазин. Наберем арбузов в полную корзину. И еще пополним твои продуктовые запасы. Наберем побольше пляжной еды. Побольше фруктов и ягод. Вот это Том сегодня устроит праздник живота. А заодно давайте купим деликатесных сладостей. Черничных кексов и зеленого печенья. Ну тут нам точно ничего не нужно. А вот сладкой ваты и счастливых леденцов с вишневым пудингом точно нужно будет взять. Закупки сделаны, возвращаемся домой. А ну-ка, Том, съешь вату, может подобреешь. Ну а мы тем временем продолжим приготовление напитка от Насти Сёминой. Возьмем арбуз и банан. Вот это я понимаю, настоящая райская еда. Ну а вы, друзья, пишите, какие продукты вам больше всего нравятся и какие блюда тоже. Эффект потрясный, просто супер. Ну а чтобы у нашего Тома был настоящий отдых, мы его переселим на пляж и сделаем ему ремонт в пляжном стиле. Для начала мы ему купили новый стол и поклеим волнистые обои. Еще купим новый холодильник. Этот голубой с ледогенератором отлично подойдет. Теперь наш Том сможет делать ледяную газировку. Но кроме этого заменим Тому кухонные шкафчики и сделаем их из бамбука.
По-моему, ремонт получился классным. Особенно мне нравится миксер в виде ананаса. Ой, Том, ну что ж ты так пугаешь, Шугар? А пойдем-ка мы с тобой лучше поиграем на крылечке. Упс, космическая тема мне порядком надоела. Так что заменим эту капсулу с игрушками на сундук с сокровищами. И пора нашему Тому с открытого космоса перебираться в тропический рай. Ведь вид на море с пальмами намного лучше. Еще мы убрали дом ракету, и теперь наш Том будет жить в пляжной хижине. И вовсе не беда, что она из соломы. Ну а вместо непонятного голубого грунта у нашего Тома сейчас зеленая лужайка. А еще заменим игровую приставку. Ну вот и все. Только вот что-то Том не оценил наши старания. Ага, он просто хочет, чтобы мы с ним поиграли. Давайте отправимся в подводные приключения. Пособираем морские сокровища и жетоны на самолет. А ну-ка, рыбёхи, расплывайтесь кто куда. Главное, чтобы нашего Томика никто не зацепил. Ну а пока наш Томик будет плавать, я передам приветики. Итак, от канала «Страна Игрляндия» звучит приветик Даше Казишиной, Данилу Магомедову, солнечный приветик Лизочке Микушиной, Нине Усачевой, Галине Павлычевой, Карине Бойковой. Огромный привет Владиславе Поддубецкой, Дарье Александровой, Дарье Ядло и ее подруге Варе Решетниковой. Также приветик Максиму Тихонову, Алисочке Уткиной, Светлане Кулаковой, Камиле Черемисиной. Мурмяшный приветик Гульнаре Шихалиевой, Татьяне Незамуддиновой, Бобрику Бобрикову, Николаю Павлову, Диме Кириленко, Инне Беловочка, Прокопенко Лейли, Ники Эмили, Маше Якубенко, Богдане Мисенюк, Полиночке Крутовой, Анжелике Приходько. Еще приветик Софии Гаршиной, Полиночке Крыцовской и Ксении Солнечной. Конечно же, праздничный отдельный приветик Коле Сталкеру, у которого было день рождения. Давайте все вместе пожелаем нашему имениннику здоровья, хорошего настроения, удачи во всем и сбычу мечт. И напоследок приветик Кристиночке Кросс и Ишмуратову Никите. Ох, ну ничего себе, сколько же здесь препятствий. Ай-яй-яй, с одним на что мне справился. Не успел разбить камень, еще и зацепило обломком из древесины. Двойная неудача. Осталась последняя жизнь, без права на ошибку. И я уже не успеваю подбирать все жетоны и золотые слитки. Тут сейчас главное успеть поразбивать все каменные преграды. Пооткрывать все деревянные заслонки и следить, чтобы никакая рыба случайно не врезалась в подводный корабль нашего Тома. Сколько же здесь золотых слитков, прямо глаза разбегаются, ова-на. Этот осьминог испортил воздух и видимость. И чтобы побыстрее разогнать черное облако, нам пришлось на него несколько раз нажать. Вот и сейчас пришлось проделать то же самое. Да, сегодня у нашего Тома получился зачетный денек. Ну а какие у вас планы на сегодняшний день? Напишите в комментариях. И что интересненького у вас сегодня произошло? Ура! Ну а у нашего Тома побит собственный рекорд. Ну а тут, ребята, капец уже как сложно. Тут уже некогда рассуждать, и нужно по-быстрому действовать. Кажется, пронесло. О, и нам нужно обязательно попытаться схватить сердечко. Вот так вот только взяли и тут же потеряли. На этом игра окончена с новым рекордом. И мы получаем дополнительных 315 токенов. Ю-ху-ху, это еще не все. Наш Том перешел на новый уровень, и ему в подарок еще 1000 жетонов. Так, дружочек, а что это ты у нас одет не по теме? Давай снимем этот полосатый конфетный костюм и наденем тебе что-нибудь гавайское. Ведь на пляже нужно носить шорты. Ну и еще обязательно кепку от солнца. Ну а вместо этих очков наденем Тому солнечные. С
Супер! Набор одежды для пляжной вечеринки завершен. Мы полностью собрали комплект и за это получили 750 жетонов. Ну а теперь мы с Томом отправляемся на задний дворик кататься на летающем пиратском корабле. А на этом все. Всем чао, какао!